В сети обсуждают радостную новость. 29-летний рэпер Федор Инсаров, известный под псевдонимом Федук, и 30-летняя дочь ресторатора Аркадия Новикова, Александра, поженились. О том, что пара официально оформила отношения, со ссылкой на свои источники, 22 мая сообщил телеграм-канал «Только никому». Саша Новикова и Федук только что вышли из дворца бракосочетания в Барвихе. Если реально поженились, то поздравляем, классная пара. Вскоре в инстаграме Аркадий Новиков опубликовал видео, в котором засветил обручальное кольцо дочери. Это укрепило подозрения поклонников и журналистов в том, что Федор и Саша теперь муж и жена. «Кольцо? Я тоже кольцо заметила, поздравляю! Поздравляем доченьку!» – писали в комментариях видео фолловеры. Напомним, Федор и Саша познакомились в 2018 году, а в 2019 официально подтвердили свои отношения. С тех пор они нередко делятся в сети совместными снимками и обмениваются трогательными признаниями. В мае 2001 года пара впервые вместе появилась на обложке «Глянц». По словам Новиковой, ее семья не сразу приняла Федука. Поначалу звездный отец не был доволен выбором дочери. Однако его отношение к рэперу изменилось в поле личного знакомства.